чтобы меня спрашивать? Я соседка. Ты квартирантка или кто-то что? Я ничего вам не скажу, не имеете права. Не завтра есть, Богдана всегда выезжает сюда. Вызывай милицию, она на вас уже не реагирует, потому что она знает, что вы сумасшедшая женщина. И уйди со своим костылем, с своими костылями махаешь своими вечно. Она со своими костылями орёт. Шалава, уезжай типа в свои бондаря. Уезжай в бондаря. Я себя вижу тихо, я просыпаюсь от ваших криков постоянных ночью. Не, я не пойду, она бешеная. Она мне сейчас по башке даст вон своей. Не, пусть идет домой. Я попозже зайду. А я с собой тоже палку возьму тогда. Ну выходи, я тут постою. Ну ты что, ты что, подиранка или чуть-чуть? А тут ты заявилась. Давай попробуй, блядь. А вначале не долбахай. Начинай останавливать, она сейчас сильнее стучит. Девку возьми, тут Дима тогда стучит. Что ты врешь-то? Ты ночами спать не даешь. Да. Да. Я тебя просила не стучать. Я не стучу. Ни один сосед не пожалуется на то, что у меня какие-то стуки. Это у тебя только стуки. Вот так ты орешь каждый день. Что она случилась? У меня нет. Сейчас я тебе. А я стучу. Я стучу. Что, в чем дело? Поднимайся туда. Мне что, делать нечего стучать-то? Поднимайся туда наверх. Я не спускаться хочу. Какая вы некультурная женщина. Ты очень культурная. Очки хоть сняла бы, хоть посмотреть в твои добрые глаза. Не. Пусть она домой заходит своей кочергой. А кто кого злит-то? Я вообще-то иду вниз. Она идет вверх. А что ничего нету? На камере все записано. Вот уже 10 минут снимаю, как вы орете. Дайте домой, пусть она уйдет. Ну и стои. Ну, пойти. Нет, постою, не надо мне. Ну стои. Шуры-муры. Вы кто? Главное по дому? Она больной человек. Ты здоровый. Я физически больной человек, но не психически. Психически. Это ты психически больная, ночами стучишь. Я ночами не стучу. Это у вас галлюцинация. Откуда? Вы психиатрию читали, Тюльпин? У меня никаких галлюцинаций никогда не было. У вас галлюцинация. Галлюцинация и шизофрения, и паранойя. Я ночью не стучу. Это может доказать любой сосед. Я сплю ночами. А вы меня будете. Ты показал свою жизнь. Какой кислотой? А чем ты облила? Я тебя ничем не обливала. Кислотой облила. Я свидетель. Я ее ничем не обливала. Вот она свидетель, как ты меня облила. Я ее ничем не обливала. Это уже не первый раз ты меня обливаешь. Если я ее облила бы кислотой. Ты меня не первый раз обливаешь.
золотой, то лица у тебя не было бы. Здесь налито. И сейчас увидел, ты мне в глаза налила. В какие глаза? У тебя их нету. Какие? Да? А у тебя есть? У нее есть. Ты не имеешь права орать на меня ночью. Не имеешь права мне кричать постоянно. Постоянно у ее... туда, к себе в Бондаря, шалава, да. И вот эти вот все слова. И каждый раз ты меня унижаешь, ты меня оскорбляешь, я такого не потерплю, поэтому я прихожу к тебе и звоню в звонок, чтобы вы вели себя потише, и либо говорили на другие темы, не касающиеся меня, говорите на другие темы. Я ж слышу все, как вы меня оскорбляете. На каком основании вы меня оскорбляете? А я коренная москвичка вообще. Так что ты со своим Тамбовым успокойся. Вали отсюда. Вали сама. Ты что меня гонишь-то вообще? Ты не имеешь права меня гнать. Да, ага. Ты не имеешь права здесь находиться. Ты не имеешь права здесь сама находиться. Здесь находиться. Твое место в психбольнице. Да, ты беспокойная. Ты что, она меня доводит, она мне ночами спать не дает. Она мне спать не дает ночами, она мне все нервы вытрепала. Все нервы она мне вытрепала, все нервы, все. То придет, стучит, то орет, то палкой своей долбит, всю дверь раздолбила, мне уже дверь. Полиция, выясни, от чего тебя раздолбали, блядь. Да ты что? А полиция знает, что уже вызывали на вашу квартиру. Она уже к вам не приходит и даже не приезжает. И со мной в таком тоне нельзя разговаривать. О, о расчлененке речь пошла. У меня еще право на проживание и стучит начать. Вали отсюда нахуй. По смартфону приедут, блядь, к тебе нахуй. Я все записала, все твои крики и оры. И все, что ты, как ты себя ведешь. Нет, я нормально себя адекватно веду. Все твои записи, все твои крики даже через этаж слышно. И это все пойдет как улики. Это все улики, боже мой, они у меня сохранятся. Вот. Давай. Сохраняться. Я вас теперь буду знать вали в лицо. Двора. Ты не имеешь права здесь проживать. Не командуй. Понятно? Не командуй. Давай, звони в милицию, вызывай. У женщины шизофрения. Я ничем не болела. Ладно, я пошла, мне уже надоело. Я снимаю. Да, это последнее, что ты снимаешь. Я снимаю. Да, это последнее. Ты мне угрожаешь. Я тебя на тот свет отправлю. Это последнее ты сняла. Да что ты говоришь? Это все. Да что ты говоришь? Вдох-выдох. Да что ты говоришь? Спать не даю. Да что ты говоришь? Ты мне угрожаешь. Ну все, придется на тебя в полицию подавать. У тебя мозгов нету, поэтому ты думаешь, что ты кислота. Вали. Вали сама. А ты кто? Хорошая женщина? Ты бабушку мою избивала, дверь ей ломала. Я твою бабушку не знаю. Ой-ой-ой. Знаешь. А теперь вот тебе стало столько же стало. Почувствуй. Пока. Ты ни на кого не
ненормальная. Вот эта бабуля испортила мне всю дверь. На, держи, идите. Палками своими избила дверь к своими костылями. Вот. Гвоздями проткнула дверь. Всю искалечила. Вот еще вмятина от ее вот палок костылей. Не дает жить спокойно. Достала весь подъезд. Все просто молчат, ее боятся. Потому что давно живут. С нижнего этажа. Свет выключается. Вот такая у меня дверь. Постоянно меняются замки. Вот, переставляются, как вы видите, да, потому что она постоянно ломает дверь и угрожает расправой, и угрожает расчлененкой и говорит, езжай отсюда. Да, вот. Дверь она никому не открывает, ни милиции, ни больницы, никому. Вот, особо опасно. Хочу сказать, что у нее развита шизофрения, сейчас обострение. И сейчас свет включу. Не включается свет. Вот. Включу свет, продолжу дальше.